14 февраля, Алания, 31 регион. Это зона, где произошла трагедия, один из регионов. И здесь вот все 31 абсолютно. Это отель «Ананас». 46 – это тоже зона бедствий, 31. Но большая часть 31 здесь. Здесь люди, которые выехали на машинах, беженцы из пострадавших районов. Они живут в отеле «Ананас». В отеле «Ананас» полные, полностью он заполнен, полностью все окна вечером светятся. Вот все здесь, никогда столько машин не было. Это все люди, выехавшие на машинах. Ух, и тут еще тоже. Смотрите, сколько. Тут все в машинах абсолютно. И продолжают, друзья, случаться чудеса. Уже прошло на 190 час, то есть это 8 дней, можно сказать. 200 часов спустя под завалами находят живых людей. Всем привет, кто узнает это красивое место. Все, да? Наелось. Танчик под кафешку. По поиску, друзья, насколько я почитал, 72 часа существует для того, чтобы доставать из-под завалов живых людей. Но считается, что надежды больше нет. Но не в этом случае. Турки молодцы. И спасательные работы продолжаются 8 дней подряд. И такое чудо случается, да, что люди, которые 8 дней находились под завалами, люди все равно эти... Каждый день несколько человек живыми достают. Это очень, конечно, радует. Очень много сейчас, гуляя по Алании, можно очень много встретить женщин в черных платках. Конечно же, многие. Ну куда ты? Ну тебя ж есть. Ну что ты делаешь? Иди сюда. Очень многие, конечно, потеряли своих близких из тех, кто здесь сейчас размещен. Почти все они остались без своего жилья, без домов. Поэтому сейчас вот на местах сбора помощи не так многолюдно. Люди в основном, вот все местные сейчас занимаются тем, что привозят предметы гигиены, еду любую, все, что можно, привозят непосредственно в отели, потому что 20 тысяч человек это довольно много. Именно. И то эти цифры были на позавчера. В принципе, я не удивлюсь, если эти цифры, может быть, уже увеличились, потому что, может быть, уже и больше 20 тысяч людей привезено в Аланию. К сожалению, нету полного списка отелей. Часть была, отели я опубликовал, но их гораздо больше. Потому что вот, гуляя просто вот даже вот по таким вот районам, отдаленным от первой линии, от второй, все равно вот находятся и апарт-отели, и обычные отели, где видно, что они приняли беженцев. Зимой они никогда не работали. Сейчас они открылись. Потрясающее место какое. Большой парк такой на двух уровнях. Там и теннисные столы, и площадка баскетбольная. И тут все есть, и беседочки, и водичка, и памятник Джозеф Шурал, если я правильно читаю, 2019 год. Я могу, конечно, ошибаться, но, возможно, это тот парень из команды «Алания Спорт», который погиб в ДТП. Было ДТП. Я вот сейчас подробности не помню, но я о нем рассказывал. 2019 год, 90-й год рождения, в 2019-м погиб парень. Возможно, он жил здесь где-то рядышком. Возможно, вот именно в этом месте стоит памятник футболисту команды «Алания Спорт». Джозеф Шурал, если я правильно читаю. Красивое место такое. Вот, друзья, продолжаем все, кто можем. Продолжаем поддерживать, помогать людям, которые нуждаются в помощи. Последствия этого землетрясения еще будут много месяцев с нами. И два города решено снести полностью, наиболее пострадавшие. Я сейчас не буду произносить их названия, чтобы неправильно не назвать. Вы можете по новостям тоже найти, почитать. Два города, которые не подлежат восстановлению, будут полностью сносить и строить новые города. Очень много арестовано мародера, очень много арестовано
застройщиков, которые, ну, кто-то на чем-то экономил, кто-то брал морской песок вместо обычного при строительстве, кто-то еще что-то. То есть никто не уйдет от ответственности, но аресты арестами, понятно, что людей это не спасет. И 31 тысяча погибших, вот данные на сегодняшний вечер, к сожалению. Здесь в районе 5 Миграса тоже встречаются очень часто машины с регионов пострадавших. У нас становится потеплее с каждым днем, и надеюсь, уже не будет таких холодных ночей, когда до плюс 3, до плюс 4 было. Каждый день постепенно повышается дневная температура. Если все будет по плану, то пока вот прогнозы, что дня через 2 где-то, возможно, будет и плюс 19 уже как минимум на солнышке, до 17 градусов в тени. Так что будем пока надеяться, что, может быть, вернется лето, которое было в январе у нас и прошлый февраль, и позапрошлый. 82 Совой Позоры, самый большой магазин в Алании, это сети, и там 5 Мигрос находится.